В саду цветущем, пахнущем весной, красавица-узбечка танцевала. Охваченная чувством и порой, несясь по саду, юностью пылала. И волосы, черневшие смолой, в косичек 40 тонких заплела. На тюбетейке с вышивкой чудной играло солнце золотом огня. И музыка, что танцем управляла, в душе звучала нотой приливной. И ей себя узбечка отдавала, въедино слившись с небом и землей. Говорят, что именно из этих мест сагдийский царь Ишхид выбрал себе невесту и приказал доставить ее в свою столицу, Самарканд, или, как его тогда называли, Мараканду. Когда-то она находилась здесь, на древнем холме Афросиап. Красивейший из городов Азии, с цветущими садами и водоемами. Вверх тянулись чистые улицы, а в центре возвышался царский дворец. На закате солнечные лучи покрывали его стены матовой охрой, а в залы приемов, расписанных великолепными фресками, торопились заморские послы и знатные вельможи. Жители Мараканды слыли знатными торговцами. Новорожденным мальчикам мазали язык каменным медом, а ладонь клеем, чтобы речи были сладкими, а к рукам прилипали монеты.